Участникам, у которого не получилось приехать, и он просто взял и спел ее сам. Аплодисменты, пожалуйста, хотя для него это стало новостью вот чуть ли не на сцене. Вы знаете, я придумал, что мы сейчас ему скажем. Он понимает по-английски, поэтому я сейчас скажу «Алекс», а вы скажете «You are real man». Итак, приготовились? Раз, два, три. «Алекс!» «You are real man!» You are real man, Алекс. Аплодисменты, пожалуйста, еще раз, действительно. Чтобы стать настоящим мужчиной, не обязательно иметь 5 сыновей, да, и носить дрова. Главное, энергетика невероятная, удивительная. Поэтому я хотел бы сейчас уже преподнести подарки для Алекса. Он этого заслуживает, как никто другой. Теперь я попрошу выйти к нам Павла. Паша. Отдельный аплодисмент, пожалуйста, еще раз маме Магдалине. Магдалина, you have a magic boy. Yes. I offer my thanks to the organizers for giving me the benefit of taking part in the weekend project. Благодарю организаторов за то, что предложили мне эту возможность участвовать в этом мероприятии.
I also offer my thanks to the sponsor and the artists who promoted this project. Моим спонсорам и артистам, которые участвовали и создавали это мероприятие. Спасибо. Пожалуйста, но эти партнеры заслуживают невероятных отношений. То, как он поет, то, как он держится, и то, какие у них отношения с мамой, это невероятно, это удивительно. И, знаете, сегодняшний концерт — это действительно верхушка, это некий айсберг всего того, что творится за кулисами при подготовке к этому мероприятию. Поэтому здесь настоящие эмоции, настоящие чувства. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете и приходите.